Доброе время суток, уважаемые гости, партнеры. С вами Андрей Шауро, старший вице-президент компании Greenfoot Global. Сегодня большая честь мне представить вам Билла Хаймана, но прежде чем мы пригласим его к микрофону, давайте проверим качество связи. По десятибалльной шкале, пожалуйста, поставьте оценочку, как слышно и видно. Напишите, кто с какой страны, кто с какого региона. У нас уже сегодня установлен новый мировой рекорд в прямом эфире. 325 человек с разных регионов мира. Я вижу, что присутствует в большом количестве стран СНГ: Англия, Израиль, Белоруссия, Италия, Узбекистан, Грузия. Посмотрите, сколько много разных регионов. Я не смогу перечислить все страны. Это и Испания, и Молдавия, и Бельгия, Финляндия, Таиланд, Мальдивские острова, Америка, Москва, Киев, Новосибирск, Башкирия, Таджикистан, Крым, Украина. Браво! Браво, мы на правильном пути. Я сейчас отключаю чат. Приготовьте, пожалуйста, ручку, ежедневник, потому что для вас сегодня будет поистине потрясающая встреча. И позвольте немного я расскажу, что вас сегодня ждет. Итак, всех поприветствовали. И теперь поговорим. Для вас сегодня будет выступать Билл Хайман. Это мировая легенда. Это человек, который сегодня известен более чем в 150 регионах мира. Этого человека можно смело сегодня назвать одним из лучших бизнесменов именно в отрасли мультилевел-маркетинга. Но сегодня это еще руководитель прекрасной топливной компании Greenfoot Global. Это человек, естественно, миллионер. Он сегодня обеспечен, успешен, и он нам будет давать знания. Под его чутким руководством 3,5 месяца назад был создан международный портал «Успех вместе». Это он и Пол Харрисон дали задание сделать для русскоязычного населения, для Евразии, сайт, где люди будут получать знания, где люди будут развиваться как личность, и где будет одна команда единомышленников под руководством Билла Хаймана и Пола Харрисона. И сегодня в этой команде, вот здесь вот есть рейтинг, много удивительных людей. Это пенсионеры, это студенты, это люди друг на друга не похожие, разных возрастов, конфессий, религий. Вот вы видите Сергей Столбов, Игорь Мишарин, Вельс Маргарита, Денис Чураков, Иван Колобов, Дмитрий Сафонов, Александр Володько, Светлана Немчинова. Вот хочу выделить Светлану, это обычный учитель, а ее доход $8,5 тысяч. Виктор Силин $6 тысяч. Посмотрите, пенсионер Нина Баженова $5300 доход. Татьяна Почитай, удивительная девушка, 23 года, доход $5300. Это только начало. Геннадий Москаев также сейчас присутствует на конференции, доход $5200. То есть речь идет о том, что здесь и студенты, и предприниматели. Вот фермер Сергей и Нина Титова, обычные фермеры, но уже зарабатывают. Виктор Фомин, прекрасный человек, работал, он живет в Белоруссии, работал оператором на, значит, автозаправки и получал $400 в месяц. А сейчас посмотрите, какие доходы. Молодец, Виктор, пример для команды. Это разные люди, разных профессий, религий, конфессий, но у нас одна общая цель, одна общая миссия – это быть примером и помогать людям, развиваться вместе с командой и делать благо для людей. И приятно, что на сегодняшний день мы это делаем под руководством замечательного человека, нашего друга Билла Хаймана с Америки. Спасибо тебе, Билл, что ты создал компанию Greenfoot Global. Эта компания сегодня переводится как «Глобальный зеленый след». И у этой компании часть сердца Билла. У Билла сегодня миссия сделать так, чтобы на планете было на 20% меньше вредных выхлопных газов. А также, чтобы мы заправлялись на любой заправке мира в среднем на 25% дешевле. Представляешь, друг, твои друзья, твои одноклассники, знакомые прямо после этой встречи, после удивительного общения с Биллом Хайманом вы уже можете заправляться на любой заправке мира благодаря топливу EnviroTabs. Это первый мультивитамин для вашего автомобиля, для любой техники, которая есть сегодня в мире. И я вам хочу сказать, обратите на эту возможность внимание. Я в свое время обратил, и сегодня ни капельки не жалею. Но хорошая новость. Мы сейчас находимся в тестовом режиме. Мы открываем Евразию. В мире компания работает 3,5 года, а в Евразии мы в тестовом режиме всего 6 месяцев. И большое открытие Евразии будет в конце 2013 года. Как вы знаете, сегодня у вас есть возможность не только заправляться, но и заключить франчайзинг с топливной компанией Greenfoot Global и получать процент от каждого литра автолюбителя, дальнобойщика, тех людей, которые будут заправляться на разных заправках мира по вашей рекомендации. И каждый год ваш доход будет расти. Почему? Потому что топливо каждый год растет. Все больше и больше у вас будет клиентов. И я сейчас вам хочу показать один ролик, и вам будет все понятно, почему этот бизнес сегодня является №1 в мире по актуальности, именно топливный бизнес. И он привязан к интернет-бизнесу. Это успех вместе. Итак, давайте посмотрим с вами на экран на один ролик. Если раньше 1500 рублей это был полный бак, то теперь 1500 рублей это, собственно, 1/3. Вот, и куда цены растут, я не очень понимаю. Почему топливо в России все дороже и дороже? Как живется владельцам автомобилей в других государствах, отсталых и передовых? Ведет ли рост стоимости к повышению качества? Или россияне по-прежнему будут заливать в бензобаки бодягу всех сортов? Качество топлива у нас абсолютно безобразное. Главный парадокс заключается в том, что мощная нефтяная держава Россия сегодня празднует очередное повышение цен на сырую нефть. Наше государство получает большие доходы. Так почему же граждане этого государства должны платить за топливо гораздо больше, чем раньше? При том колоссальном объеме нефти, который добывает Российская Федерация, у нас никогда не должно никаких проблем быть, сгорюсь, с нашими материалами. Нигде. Когда в стране были выборы, цены на продолжительное время искусственно сдерживались, поэтому накопился некий эффект, который вылился в рост цен в начале этого года. В 2013 году цена на топливо для наших машин повысится минимум на 17%, а пессимисты предсказывают на 20%. До конца этого года бензин марки АИ-92 будет стоить от 35 до 37 рублей, марки АИ-95 от 37,5 до 42 рублей, а дизельное топливо от 35 до 40 рублей. И вот запомните эту цену, потому что вот именно вот эта цена на сегодняшний день будет в 2013 году. В 2014 будет еще больше, в 2015 еще больше будет. И сейчас Билл Хайман расскажет, как благодаря EnviroTabs можно сделать мир лучше, безопасней, и как можно сегодня заправляться на любой заправке мира в среднем на 25% дешевле. Каждый пятый бак для вас будет бесплатно. И вы еще можете получать проценты вместе с нашей командой. Командой Dream Team, командой мечты под руководством Билла Хаймана и Пол Харрисона Англия. И сейчас давайте приготовимся. Для вас будет выступать наш лидер, наш руководитель. Это человек, которого я глубоко уважаю. И жду с нетерпением встречи в Дубае. Он нас пригласил 12 апреля, собрал всех лидеров, кто выполнил промоушен, и оплатил всем 5-звездочный отель в Дубае. Поэтому, уважаемые друзья, я вас всех поздравляю. Билл Хайман, миллионер, руководитель топливной компании, прекрасный человек, прекрасный лидер, сейчас будет нас учить, как вместе делать жизнь прекрасней. Билл, мы только что установили новый мировой рекорд. 371 человек тебя смотрит в прямом эфире, и мы делаем телемост с Америкой. Good luck, Билл! Yeah, they said it's perfect. So let's start. Okay. So if you haven't translated, Max, welcome to the webinar. This is very exciting to see all of you on the call and on the webinar. Добрый вечер всем. Очень приятно быть с вами на звонке, на вебинаре сегодня. My name is Bill Hyman. I'm the co-founder of Greenfoot Global, and it's my pleasure to be here with you. Меня зовут Билл Хайман, и я с удовольствием сегодня с вами сделаю звонок. So Andre and Sergey and the other leaders asked me to spend a little bit of time telling you about the story of Greenfoot and why we started it. Андрей и Сергей и другие лидеры попросили меня провести вебинар о истории, да, потратить немного времени и рассказать историю, как мы основали компанию Greenfoot Global. So for those of you who don't know, I've been in network marketing since 1979. Для тех из вас, кто не знает, я был в индустрии сетевого маркетинга с 1979 года. То есть для некоторых из вас может считаться, что я был уже в сетевом маркетинге до того, как вы еще родились. Almost all of that time has been as a field leader, as a distributor, just like you. И все свое время, большую часть этого времени я был обычным дистрибьютором, лидером на земле, такими как вы. I have been fortunate enough to be at the right time, at the right place, with the right company, a number of times with this industry. И мне повезло быть в определенное время в хорошем месте и несколько раз в этой индустрии с несколькими компаниями. И в результате этих многочисленных успехов Мариэн и я, мы наслаждаемся действительно великолепным стилем жизни. In 2006 I got a phone call about a product that was supposed to increase fuel mileage and lower emissions. В 2006 году мне позвонили о продукции, которая, как мне сказали, снижает эмиссию выхлопных газов и увеличивает пробег автомобиля. For those of you who don't know, before I got into network marketing, I was actually a car mechanic, so I know something about engines. И многие из вас не знают, но до сетевого маркетинга я был простым механиком, то есть я знаю практически все о моторе и двигателе в автомобиле. И естественный мой ответ на этот звонок был: эти вещи никогда не работают в двигателе. Но они были настолько усердно меня убеждали, что они попросили меня, по крайней мере, попробовать продукцию. Они меня отправили тестовую продукцию, и я отдал несколько продукцию протестировать определенному количеству людей, потому что сам я много не водил в то время. И буквально в то время я просто сидел и ждал, что они позвонят мне и скажут, что эта продукция полная шутка. But to my surprise, all three of them called back, and they got great results. И к моему удивлению, три этих человека, которым я отправил продукт, позвонили мне и сказали, что у них есть великолепные результаты. So Marianne and I decided to get started with that company as a distributor. Мариэн и я тогда решили начать бизнес в этой компании как дистрибьюторы. And to our real surprise, within 18 months, we had 147,000 people in our team. И к нашему удивлению, за 18 месяцев наша команда увеличилась до размера 147 тысяч дистрибьюторов. Unfortunately, about that same time, we started noticing some problems with the product. И, к сожалению, в это самое время мы уже начали замечать, что есть кое-какие недостатки в этом продукте. И результаты становились все хуже, хуже и хуже. И когда мы с руководством об этой проблеме начали разговаривать, они даже не хотели принимать во внимание, что существует такая проблема. И как мы все знаем, если сам ты не принимаешь проблему, ты ее не можешь разрешить. And we take our responsibility to our distributors very heavily. We really care about our team. И мы взяли ответственность от наших дистрибьюторов, потому что мы очень ценим и дорожим своей командой. And after realizing the company wasn't going to change, we decided it was not something that we wanted to continue doing. И после того понимания, которое к нам пришло, что компания в конечном итоге не собирается меняться, мы решили искать другое место для бизнеса и наших дистрибьюторов. И причина, по которой мы это сделали, это потому, что я не мог смотреть в глаза людям и говорить, что это реально, а на самом деле это было не так. Потому что ваша искренность, ваша честь, эти все качества, они критичны в том успехе, который вы получаете в этом бизнесе. То есть они для успеха критичны. About that time I got the contract to write Chicken Soup for the Network Marketer's Soul. И примерно в то же самое время мне прислали контракт, чтобы написать книгу «Куриный бульон для души сетевого маркетинга». I don't know if you've ever heard of the Chicken Soup for the Soul series, but it's the most successful book series in the history of the world. Over 100 million books sold. Я не знаю, если вы когда-нибудь слышали о серии этой книги «Куриный бульон для души». Это шли серии, несколько книг, и эта серия распространилась по всему миру, и книг было продано на миллионы $. И тогда мы с Мэриэн написали серию, которая называется «Куриный бульон для души сетевого маркетинга». И эта книга открыла для нас большие двери. I was doing a lot of keynote speaking for other network marketing companies. I was doing training, consulting for the industry. Я делал много тренингов для других сетевых компаний. Я делал много выступлений и каких-то курсов. Literally speaking to thousands of people at conventions and training some of the biggest companies in the world. Выступал перед сотнями тысяч человек на конференциях и тренировал компании, которые приглашали меня для тренингов. I kept thinking about this amazing technology. What if there was a product out there that did everything it said it was going to do, but without problems? Но меня не покидала мысль, что есть же на свете продукция, которая делает то, что она должна делать, и нету никаких проблем. Because with the other product we were getting maybe 50 or 60% success, but that was not good enough. Потому что с тем продуктом, с которым мы работали раньше, наши результаты были от 50 до 60% успешные. И это не было достаточно хорошо для нас. И я решил пойти на исследование. I traveled all over the United States. I called all over the world looking for a scientist who understood this technology. Я путешествовал по всей Америке. Я путешествовал по всем научным лабораториям, звонил в многие места, чтобы найти ученого, который разбирается в этих технологиях. Understood the technology well enough that it would not just work, but work 80, 90, 100% of the time and be problem-free. Ученый, который бы понимал, не только просто понимал эту технологию, а сделал бы ее технологию, которая работает в 80-90%, в 100% случаев и не давала бы никаких проблем. And I found out there's only a couple people in the world that have the rights to and understand the technology, and only one that had the patent. И я понял, что во всем мире существует всего пару человек, которые понимают эту продукцию, и более того, только у них есть право на эту продукцию, и только один из них имел патент на нее. And it took us 9 months, but we got the worldwide network marketing exclusives to what we could now call EnviroTabs. И мы потратили 9 месяцев, но в конечном результате мы получили эксклюзивные права на распространение этой продукции в сетевом маркетинге. Продукция, которая теперь известна вам под названием EnviroTabs. In the meantime, I was handing out EnviroTabs to anybody who would try them. I would just say, here, try this, here, try this, here, try this. В то же самое время я буквально давал попробовать EnviroTabs всем подряд. Попробуй, попробуй, попробуй. Собирал результаты. And one of the people I handed the product to was just getting amazing results and asked, what was I going to do with the product? И те люди, которым я давал, они приходили ко мне с отличными результатами, и в конечном итоге они спрашивали меня: Билл, а что ты собираешься делать с этой продукцией? И 5 адвокатов работали в то же самое время для того, чтобы получить эти эксклюзивные права, но маркетинговую технику я еще не решил, которую буду использовать для распространения этой продукции. И тогда было решено использовать эту продукцию через дополнительные программы. So I said okay, and they went out through an online system and sold 4,000 test drive kits. Дополнительные программы, которые продают через интернет. 4000 тест-драйв-китов были проданы. And normally, by the way, this had a 100% money back guarantee. И эта программа имела 100% возврат денег. And normally, when you have a 100% money back guarantee, no matter how great the product is, you always get on average about 2% of the people returning the product. То есть политика была такая, что 100% возвращаются деньги, и когда существует такая политика, около 2% людей все еще возвращают продукцию, несмотря ни на что. Well, a year later, nobody returned the product, not one. И год спустя ни один покупатель не вернул продукцию, даже ни один. And now the affiliates were saying that, but they weren't making much money. И те люди, которые использовали эту программу, сказали, что в итоге они не получили достаточной прибыли. Because instead of being a multi-level program, that one was just a one-level program, so they didn't get money on the sales team. Потому что эти программы через интернет, они были одноуровневые в сравнении с многоуровневым маркетингом, где вы не получаете комиссионные за распространение. So Marianne and I decided to start Greenfoot Global as a network marketing company with a difference. И тогда Мэриэн и я, мы решили начать эту компанию как многоуровневый маркетинг, но с одной разницей. First of all, we had a product that was amazingly effective. Первое, это то, что у нас была продукция, которая удивительно приносит результаты. Удивительно эффективно, и вы, я думаю, заметили это сами, потому что не были бы на этом звонке. Because in my 30-plus years of network marketing, I've never had a product that was actually free to use. Потому что за 30 с небольшим лет моего опыта в сетевом маркетинге я не встречал продукцию, которую можно было свободно использовать. Потому что я в своем опыте я и продавал и продукты питания, я продавал и косметику, я продавал и соки. И вы говорите людям, что вы получаете хорошую продукцию, но вы за это доплачиваете хорошо. But with EnviroTabs, you protect and improve the second largest investment most people will ever make. А с EnviroTabs вы защищаете и обезопасиваете вторую инвестицию, которую у вас многие люди вообще делают в жизни. Your car, your truck, your motorcycle, your boat, etc. То есть вашу машину, ваш грузовик, мотоцикл, лодку, то есть все такое остальное, что есть двигатель. Второе, это вы помогаете, участвуете в том, чтобы снизить эмиссию на нашей планете. You lower the maintenance costs. То есть вы снижаете затраты также на эксплуатацию, меньше вам нужно менять масло. И все это вы делаете бесплатно. И в своей карьере сетевика я никогда не продавал настолько хорошую продукцию, которая дает столько много преимуществ, и все это бесплатно. Но иметь удивительную продукцию, это все, это только начало бизнеса. Иметь электрический компенсационный план также включается в формулу успеха. И когда вы действительно поймете, как Fast Start бонусы, циклы, как код бонусы могут изменить вашу жизнь, вы перестанете ночью спать, как они могут повлиять на вашу семью и в жизнь вашу в целом. И самые большие чеки в сетевом маркетинге создавались благодаря код-бонусу, который и есть у компании Greenfoot Global. When you take this amazing product with this incredible compensation plan and then add management who really understands the industry and what you have to do, then it becomes extremely exciting. И когда вы возьмете эту удивительную продукцию, помножите ее на удивительный компенсационный план, добавите туда руководство, которое знает, что и как делать в этой индустрии, вы получите удивительный результат. most owners of network marketing companies have never been distributors, so it's hard for them to understand what the field actually does and what they need. И многие владельцы сетевых компаний, они никогда не были сетевиками, они никогда не были лидерами на земле, и для них очень трудно понять, что имеется в виду, когда лидер им что-то говорит. Они до конца не понимают, зачем и как. Но я и Мариен, мы построили несколько компаний с самого начала, и теперь Greenfoot Global, то есть мы знаем, что делать, мы понимаем и знаем, что нужно для того, чтобы она была успешна. You're also very fortunate to have leaders like Andre and Sergey and an amazing trainer like Paul Harrison. И вы также счастливы, и вы также можете гордиться, что у вас есть такие лидеры, как Андрей и Сергей, и удивительный тренер такой, как Пол Харрисон. When you take all of that, an amazing product, an incredible compensation plan, management understands what you're doing and how to do it, and then add to that the amazing timing you have in front of you, then you're really not going to sleep at night. Если вы возьмете эту удивительную продукцию, этот великолепный компенсационный план, руководство, которое знает, что делать и понимает все, возьмете этих лидеров и тренеров, плюс время, которое перед вами, тогда вы действительно не будете спать ночью. Потому что все компании сетевого маркетинга проходят определенные стадии развития и роста. Первая стадия называется стадия основания. This is where the company is just beginning and it doesn't yet have a lot of attention around the world. Это тогда, когда компания только начинается и ее практически никто не знает во всем мире. The second stage is called the concentration stage, where they begin to get worldwide recognition. Вторая стадия — это стадия признания, когда компания развивается и уже по миру ее начинают узнавать. However, when a company gets approximately $4 million US a month, about $50 million a year, и когда компания достигает стадии $4 миллионов США в месяц, то есть $50 где-то, 50 миллионов в год, So, sorry, Bill, can you repeat it again? Yeah, the next stage is called critical mass. И следующая стадия называется критическая масса. That's when the company does about $50 million in sales US a year. То есть это тогда, когда 50 миллионов в год идет товарооборот. And critical mass is where the mass has changed from an indifference to the company. I've got to have that no matter what. И компания, независимо от того, что случается с этой компанией, она не изменяется. When critical mass hits, companies jump 3 to 6 times the following year. И когда наступает критическая масса, эти 50 миллионов долларов, компания за год может прыгнуть в 3 раза больше. All companies go through that. Reebok did, Federal Express did, and the skincare company Nu Skin that I was in did. То есть многие компании через это проходят, и он назвал некоторые компании, и последнее он назвал Nu Skin, это в той компании, в которой Билл работал и был. I was in Nu Skin before the other fuel company. И в Nu Skin я был до того, как присоединился к той топливной компании. I'm going to give you an example of what could happen to you in Greenfoot. И я дам сейчас вам пример, что может случиться с вами в компании Greenfoot. I got into Nu Skin in 1988. Я пришел в вот эту компанию Nu Skin в 1988 году. They did, 13 million that year. И в тот год товарооборот компании составлял $13 миллионов. Next year they did 40 million. На следующий год он составлял 40 миллионов. And that was their critical mass year. Это была та стадия критической массы. The following year they did 230 million. И на следующий год у них было 230 миллионов. And then they jumped to 500 million in 1991. И в 1991 году они прыгнули до $500 миллионов в год. Imagine going from 40 million to 500 million in 3 years. Представьте, как компания поднимается от 40 миллионов до 500 миллионов всего лишь за 3 года. In that 3-year period, Nu Skin paid me $2.6 million. За эти 3 года компания Nu Skin выплатила мне в качестве комиссионных $2 600 000 США. I'm not saying that to impress you. I'm saying to impress upon you what you have for a future with Greenfoot. Я не говорю это для того, чтобы вас удивить. Я говорю это для вас, чтобы показать вам, какое будущее у вас есть с Greenfoot Global. Because those of you who are now early, as the company goes from small to big, you all can go through the exact same thing I did with the last company I was with and with the skincare company I was with. Потому что те, кто с нами сейчас на ранней стадии, поднимется также свой доход с маленького до громаднейшей, потому что так случилось и с той компанией топливной, в которой я был, и в той компании по косметике, в которой я был до этого. И причина, по которой вы можете в этом быть уверены, это потому, что у вас компания, которая свободна от всяких долгов. Удивительная продукция в правильное время, в правильном месте. Невероятный компенсационный план. Идеальное время. Now the only thing is who's willing to work hard enough, not just sponsor a lot of people, but also help their downline sponsor people. И вопрос остается за вами, кто готов работать усердно на данном этапе, не просто подписывать людей, а помогать им подписывать людей. Because Greenfoot is the type of company that you can have everything you want if you help enough other people get what they want. Потому что Greenfoot это та компания, в которой вы можете получить все, что хотите, если вы поможете своим людям получить то, что они хотят. So you help your downline become successful. Если вы поможете своей сети стать успешной, я не знаю, если это правильно фраза переведется, но деньги просто загонят вас до смерти. В других словами, если вы поможете другим людям стать успешными, вам никогда в жизни не придется заботиться о деньгах больше. И у нас Greenfoot Global есть удивительное будущее. Помните, мы всего лишь только начали. Вы еще по большому счету ничего не видели. So, Max, is there anything that I missed or you'd like me to cover? I believe you have said everything. Okay. Well, I want to thank everybody for being on the webinar. As I guess Andre said, this is a record attendance for a webinar. We'll be doing more of these, and I look forward to seeing everybody that's coming to Dubai in a few weeks. Я хочу поблагодарить Андрея за то, что он меня пригласил на этот вебинар. Он сказал, что рекордное посещение сейчас, хорошая работа, и я с нетерпением жду тех, кто приедет к нам и увидится с нами в Дубае. Желаю всем удачи. So Max, do you want to turn it back to Andre, or should we just close it? Yes, I will turn back to Andre. Okay, thank you everyone for being on the webinar. I look forward to meeting you in person. Спасибо всем, что были на нашем вебинаре. Получает вот такие фантастические доходы. И это только начало. Вы слышали, что сказал Билл Хайман? Все только начинается. Мы сегодня на правильном пути. Поэтому связывайтесь с вашим менеджером. Ваш менеджер активно вам поможет, расскажет и скажет, как и что делать. Сергей Столбов, если ты в чате сейчас находишься, напиши, а вот он в чате. Вот вы видите, сегодня система была перегружена, было более 450 человек, у меня максимум показывало 372. Это говорит о том, что мы растем, есть куда двигаться, и в следующий раз будет выступать жена Билла Хаймана, также будет выступать Пол Харрисон с Англии и другие известные бизнес-тренера. Люди, которые знают, как делать свое дело, знают, как грамотно преподносить информацию. И мы с вами, команда Dream Team, Сергей Столбов, Андрей Шауро, Денис Чураков, вице-президенты, готовы вам помогать, протягиваем вам руку и говорим, давайте это делать вместе. Поэтому, что вам сегодня надо знать? Посмотреть рейтинг, Что вам еще надо знать? Расписание посмотреть, вот я вам в чат скидываю. Посмотрите расписание, когда что. Далее, вам надо прийти завтра в 14:00 и в 19:30 на 2 бизнес-встречи, послушать информацию. И самое главное, в субботу будет бесплатный, безвозмездный тренинг, называется «Путь новичка» или «Твои $3000 в первый месяц». Я хочу сказать, что у нас есть партнеры, которые получают гораздо больше в первый месяц, есть гораздо меньше. Все зависит от разума человека и от его желания. Самое главное – это разум человека и его действия к его цели и победе. Также, если вы хотите иметь архив, хотите смотреть и учиться у миллионеров, то вот здесь есть кнопочка «Оплата офиса». Оплачивайте $10 в месяц или $6,6 в месяц, если на год берете по акции. После оплаты у вас активируется вот такой офис, у вас появляется собственная страница захвата, реферальная ссылка, воронка, система 2.0, которая уже переросла в 5.0. И вот здесь вот есть профиль. Заполняете все данные, имя, фамилию. Вот здесь придумываете ссылочку вашу реферальную, чтобы у вас была страница захвата. Жмете «Сохранить», у вас появляются мои ссылочки. И вот эти ссылки ВКонтакте, в Одноклассники, в Фейсбуке вы устанавливаете. К примеру, вот так я делаю. Смотрите, прямой эфир завтра в 14:00 будет выступать специальный гость. Заходим, ссылочка такая-то, друзья нажимают, попадают на страницу захвата, смотрят маленькое кино, потом жмут сюда, регистрируют, заполняют все данные. Система их поздравляет, и живой робот вам показывает, сколько человек у вас было, когда они приходили. Вот только что 2 человека было на презентации, вот вы видите, вот 3 человека, то есть 4 человека вот сегодня посетило. Вот робот мне помог вчера зарегистрировать 16 человек, вот вы видите. И также он будет помогать вам. Наша система сегодня проста, она сегодня доступна, и она будет помогать вам зарабатывать деньги. Все ваши люди, кто придет через ваш робот, через вашу страницу захвата, через вашу реферальную ссылку, эти люди будут что? Естественно, как вы понимаете, вот здесь нажимать кнопку «Заказать товар», покупать продукцию, а вы будете получать процент с каждой пачки. И также люди будут нажимать «Начать бизнес», у вас будет дилерская сеть, и вы будете получать колоссальные дивиденды. Я вам хочу сказать, что сегодня робот мне помог зарегистрировать дилерскую сеть за 6,5 месяцев. Вот посмотрите на экран. Я включаю калькулятор и показываю вам. Мне 31 год, я такой же обычный человек, как и вы. 6893 дилерских центра слева, плюс 5583 справа. То есть за 6,5 месяцев бизнес более чем в 30 странах мира через интернет, благодаря вот этому роботу, и 12 476 сегодня дилерских центров, в данном случае в моей организации. Присоединяйтесь, если вам интересно, мы поможем вам зарабатывать деньги, денег здесь достаточно. Уважаемые партнеры, кто уже заработал какие-то суммы, напишите вашу профессию до, вашу профессию сейчас и ваш максимальный доход. Мы посмотрим, есть ли у нас люди, кто уже зарабатывает какие-то деньги в топливной компании Greenfoot Global. Пишите свои результаты, мы их зачитаем, и на этом наша встреча подойдет к концу. Я вам хочу сказать, наш бизнес прост. Пользуемся продуктом сами, люди заправляются в 150 регионах мира. EnviroTabs – это решение трех проблем. Цена на топливо становится меньше, качество топлива по классу сгорания в автомобиле становится лучше. EnviroTabs – это первый в мире мультивитамин для вашей машины. Экология улучшается, и вы начинаете получать деньги за рекомендацию. И вот посмотрите, доход моего друга за 3 дня $2235. Горжусь доходами своих друзей, нашей команды. Знаю человека, который за 4 дня заработал $8000. Но это профессионалы, это люди, которые делают много действий. Я вам хочу сказать, вы можете получать такие деньги через полгода, год. Представляете, $8000 будете получать за неделю. Через полгода, год. Вам решать, будете вы в нашей команде или нет. Я вам желаю благополучия, процветания, разума, осознанности в уме и правильных поступков. И вот сейчас я зачитаю результаты людей по доходам. Сергей Столбов, предприниматель. Доход в неделю от $800 до $2000. Браво! Вот смотрите, Дмитрий Сафонов, предприниматель. Доход $9920. Денис Чураков, предприниматель. Более 4 месяцев в бизнесе, доход $1000–2000 в неделю. Браво! За все время заработал $13000. Иван Колобов, предприниматель, так я уже говорил, заработал $10400. Владислав Соколенко, студент, $800 в месяц, супер. Юрий Мирный, управляющий СТО, всего в бизнесе 2 месяца, заработал за март $680, а март только идет. Фитнес-тренер Елена Назарова, за неделю $800, браво, Елена. Магомед Сайпулаев, Махачкала, $550 в неделю через интернет. Предприниматель Евгений Ивкин, более $2000. Домохозяйка Лариса Мансурова, максимальный доход за 2 дня составил $350. И это только начало. Константин Безручка, предприниматель, $2000. То есть, представляете, люди через интернет, благодаря вот такому простому механизму, как портал «Успех вместе», получают колоссальные деньги. Что вам надо сделать? Нажать кнопку «Менеджер», связаться с вашим менеджером, написать ему, что вы готовы начать бизнес. Пусть он вам займет лучшую позицию в Евразии. Начните вместе с ним зарабатывать деньги, и пусть он вас познакомит с вашим наставником. Далее, оплатите систему «Успех вместе», создайте потом после оплаты мой профиль, сделайте страницу захвата, вот здесь придумайте логин, и в социальных сетях копируйте статусы у нас, вставляйте свои ссылки и зарабатывайте вместе с нами через интернет десятки, сотни, тысяч долларов. Я хочу сказать, что мне 31 год, на сегодняшний день мой доход более $200 000 вместе с продажами. И это только начало. Желаю вам получать такие же доходы, желаю вам вместе с нами идти вперед. С вами лучшая команда Dream Team с лучшим инструментарием 21 века. Это портал «Успех вместе». Удачи, друзья! До завтра в 14:00 и в 19:30. А сейчас зарегистрируйте позицию. Франчайзинг стоит всего $50. Начать бизнес стоит всего $50. И люди, кто пришел первый раз, я хочу к вам обратиться с таким вопросом. Кто первый раз находится на конференции, если вы еще не понимаете, как здесь зарабатывать деньги, но вам понравилась тема, вам понравился Билл Хайман, вам понравилась команда, вам понравились доходы наших людей, это только в тестовом режиме, вам понравилась перспектива на будущее, поставьте циферку 7, что вы готовы начать франчайзинг за $50 уже сегодня или завтра. Свяжитесь с вашим менеджером, и я жду оценочек от новых людей. Кто готов начать бизнес, поставьте цифру 7, и мы посмотрим, сколько людей сегодня готовы вместе с нами зарабатывать колоссальные деньги, вместе с нами менять мир в лучшую сторону. Я поздравляю Ольгу, поздравляю Алексея, поздравляю Виктора, Анну. Посмотрите, Мария, сколько много новых людей, которые хотят и правильно принимают сегодня решения. Удачи, друзья! С вами ваш друг Андрей Шауро. В любое время присоединяйтесь к нашей команде, ходите на тренинги. Мы вместе будем действительно мир менять в лучшую сторону своим примером. Зулю поздравляю, Веру, Ольгу. Посмотрите, сколько много людей сегодня вместе с нами готовы начать этот бизнес. Мы молодцы, вы лучшие сегодня. И я вам желаю сегодня процветания и удачи. До завтра, друзья, в 14:00 и в 19:30 Москвы.